Ясный. Тоже народ там толпой. Цена 22 тысячи. Вот поменьше, которая. С одной комнаты, так сказать. Достаточно широкий. Красивая. Тут попроще. 19 тысяч. Сейчас мужчина выйдет оттуда. Я зайду внутрь, посмотрю. Cruiser RV. Красивый. Он тоже огромный просто стоит. Целый дом, действительно. Ну-ка, посмотрим. Что у нас тут внутри? Так. Вот, пожалуйста. Там 19, почти 20 тысяч. У него здесь одна большая комната. Так сказать, занавесками разделяется спальня. Достаточно большая кровать. Не очень длинная, правда. Те, кто очень высокий, им, наверное, коротковато будет. Ну ничего. Так, барная стоечка. Хорошая кухня такая красивая, большая. И вот опять диванчик. Этот стол, он, скорее всего, убирается. И, наверное, здесь можно сделать лежанку. Просто я видела передачи, как они показывают по телевизору часто. Что тут делают с ними, чтобы место было. Вот. Но иногда не раскладывается. Но мне кажется, наверное, этот раскладывается. Ну, здесь в любом случае, если что, можно даже на пол кого-то постелить. Телевизор. Ой, холодильник. Все опять же сделано так, чтобы само по себе не открылось нечаянно. Достаточно большая ванная одна. Есть такие огромные, где вообще даже два туалета. Вот. На улицу выходим. Вот этот вот огромный Монтана называется монстр. Просто огромный. У него выдвигаются стены. Тент. Плюс он сам просто здоровенный. Это я не знаю, каким надо его толкать. Тащить грузовиком. Пикапом. Какой мощности. Наверное, этими самыми большими, ихними американскими. Там внутри вон место есть складывать вещи. И здесь то же самое. Много очень места. Ну, туда толпой сейчас популярный, видимо, домик. Телевизор, пожалуйста, встроенный. И он там, толпа народу только что поднялась. Я сейчас похожу и вернусь к нему. Вернусь. Посмотрим подробно. Так, сейчас я его покажу, так сказать, вот, пожалуйста, с другого угла. Просто огроменный. Просто огроменный. Туда еще наверх забраться можно, какие-то вещи положить. И вообще вот эти вот здоровенные, ну вот к этим не цепляется. А те, которые поменьше, у них к ним сзади можно прицепить скутер или какой-то прицеп с какими-то там, я не знаю, водными лыжами и тому подобное, всякие вещи. Вот, а с этим ему на крышу можно поставить. Вот, а спереди здесь он цепляется на грузовику в кузов. Пожалуйста, место опять. Куча всего. Сейчас попробуем внутрь зайти. Там вот опять очередь стоит. Популярный, популярный. Наподобие, я тут никак не дождусь, когда толпа выйдет. Вот этот вот наподобие. И стоит он от 65, практически округляя, до 94. Видимо, в зависимости от комплектации. Тоже так же у него выдвигается все, что положено. Стенки. Такая огромная кухня внутри. Сейчас тоже посмотрим. Вот так вот. Такая здесь кухня классная. Большая кухня. Сейчас я с другой точки покажу. Там вот спальня, люди зашли. Кухня, двойной холодильник. Не буду открывать. Плита. Посудомойки не вижу, конечно. Но, наверное, это через перебор будет посудомойку сюда. Вот, пожалуйста, зал такой. Диванчики кожаные. Стол со стульями. Здесь прям вообще серьезно, но этот как бы он дорогой. Такая большая комната.
небольшой офис, камин, телевизор. Опять же, куча места складывать вещи. Такая люстра с феном. Так. Сейчас мы дождемся, выйдем на улицу. В спальню зайдем. Зайду. Во множественном числе сама к себе. Вот такой стол классный. Так. Кухня. Беру я к себе в сумку этот журнал, помешается. Заходим внутрь вот этого огромного монстрика. Пожалуйста, душевая кабина. Достаточно большая, объемная. Тут что у нас? Туалет, наверное. Точно, туалет с раковиной. Зеркало. Туалет. Наверное, контроль воздуха, температуры. И огромная спальня. Красивая-красивая спальня. Большая кровать. Такая прям. Еще одна раковина. Телевизор. Там дальше. Так. Ну, здесь, считай, одна комната. Большая. И я думаю, что там, наверное, в самом зале, так сказать, надо стелить, чтобы кто-то спать мог. Думаю, здесь, наверное, спать можно на диване. То есть вот я не вижу дополнительных кроватей. Только одна комната и диванчик. Ну все, выходим на улицу. Так, я покажу еще раз. Классное место. Что у нас там? Там только эта толпа вылазит. Сейчас пойду. Если успею место забить. Нет, не успела. Ну ладно. Ну тут, видимо, наподобие. Забралась во второй. Здесь такое огромное окно. Выходит вот на тот, где я сейчас только что была. И вот здесь тоже такая красивая кровать. Вход в туалет и душ. Телевизор, пожалуйста. Здесь у них ванная. Мне немножко покачивает его. Красиво сделано, все модно. Душевая кабина, как положено. Туалет. Высокие потолки очень. Так, здесь у нас кухня. Комод. Какая кухня? А здесь вот место для, так сказать, посидеть, зал. Телевизор. Кресло. Ну, пожалуйста. Огромный. Ну все, пошли дальше.